вначале. Дела? Спасибо. Виктор Петрович, привет. Привет, Иван Чернин. Это их подарок, пусть они сами решают, куда ставить. Здесь мы сделали полностью парк. Полностью. Скамейки закупили. Здесь, да. Так, если можно. Потом восстановили парк. Помните, здесь парка вообще не было. Восстановили фонтан для того, чтобы было это. Сделали общественные две стоянки для автомобилей. Сделали на станции. А плитку за один или за два? За один. А? За один. Нам очень много хватило. Мы еще сделали еще один парк. Парк афганцев. Мы там тоже давали несколько. Два года. Два года. Два года, первый год площадка. Да. То есть первый год сюда ушла, да? И вторая ушла на второй парк, на станцию, на общественные стоянки сделали. Ага. Ну, для транспорта, для того, чтобы люди... В центре города были проблемы с Якобашкой, да? Якобашкой. Не, молодцы, качество у них очень хорошее. Мы сделали в закрытом цикле. Не можем, потому что некуда ставить фильтрант. Вот тут вся вот эта вот труба там прогнила. Я его сделал в закрытом. Месяц раз или полтора мы выкачиваем воду. Ставим новую, пену добавляем, все. Ну, так вот получается. Я попросил Виктора, чтобы у нас была встреча в первую очередь с активом, с людьми, которые до сих пор двигались вместе с нами, с теми, кто собирается двигаться дальше, потому что, чтобы не мешать это со встречами, которые у нас уже будут с жителями города, с жителями района, суть встречи основная – это приехать, увидеть вас, поздороваться с вами и обсудить, как мы двигаемся дальше. Потом мы уже перейдем на широкие форматы, когда будем собирать жителей города и так далее. Сегодня у нас есть все благоприятные условия и для полной реанимации партии по стране, для полной реструктуризации партии по стране. Значит, я хочу, чтобы мы вместе с вами построили партию в том виде, в котором она планировалась в 2014 году.